Глаз, что ли? Рванул. Офигеть. Пьесик, сходите, мужик вроде боится. Я лежу, меня тряхнуло, я встаю, и ярко-желтый свет. Вот первая мысль, все, вот газ рванул, как тогда. А дед бы сейчас сказал, да что вы, ребята, это газ, этот, папа спускает нас. А может, мы уже, конечно, позвонили в службу газа. Санек, выкладывай, пока никто не выложил на YouTube. Я еще будешь это... первый. Вот это да. Что выкладывать? Такая авария газа, блин, он прет и прет. А представляете? Что-то самолет упал или еще чуть? Нет, я думаю, что это. А представляете, там поселок рядом, если. Может, у них это. Что-то горит ведь. Ну да. Ну, пошло, смотри. Лес, наверное, загорелся. Пошло в сторону. Может, позвонить? Что? Но. Да что, куда звонить, уже все знают. Чем больше звонков, тем лучше. Офигеть, все небо желтое. Я вчера ехал с Москвы, видел оранжевое небо. Вот точно такой же цвет был. Все. Перекрыли. А может, нет? Сколько газа фигачит? Да, уже все, и телефон оборван. Там мы дураки смотрим, а люди звонят. Игорю позвонить, что-то сверху. О, можно к Игорю подняться. Ну-ка, надо Диме позвонить. Да. Дайте мне телефон. Че? Да уже все позвонили кому это. Закрой нафиг! Блин, наивные такие, если ядовитое облако нас окно не спасет. Противогазы тогда все одели и сидим. Санёк, да я хочу окно открыть, чтобы звук услышать. Ядовитое. Ничего не ядовитое. До нас сверху еще не дошло.